К экологической акции по высадке деревьев присоединились сотни реутовчан. Самые масштабные работы развернулись в парке «Фабричный пруд», где совсем недавно завершилась реконструкция. Здесь вдоль березовой аллеи высадили сразу 1000 саженцев – сосен, лип, сирени и кустарников. Вместе с горожанами в зеленом марафоне принял участие и глава Реутова Сергей Юров. Важность, конечно, в том, чтобы люди просто сами своими руками прикоснулись к тому, чтобы сделать город чище, сделали его своими руками уютнее, еще более зеленым. Конечно, когда дети, с которыми мы сегодня сажаем, когда целыми семьями высаживают деревья, уже совершенно другое будет отношение к территории. Они уже будут знать, что это не просто кто-то делает, что это наш совместный труд, что это наша совместная забота делать город чистым, благоустроенным, зеленым. От участников требовалось лишь желание посадить дерево. Саженцы, инвентарь, перчатки и фартуки выдали на месте. К акции присоединились целые трудовые коллективы. Трудовой десант НПО «Машиностроение» оказался самым многочисленным. Акция это благородная и приятная, и вдохновляющая. Тут никто специально не вызван. Все пришли с удовольствием, многие, видите, с семьями пришли. Вдохновляет. Идеи высаживать деревья вдохновились и жильцы 8-го дома на улице Парковой. Они одними из первых присоединились к акции. Свой двор самостоятельно озеленяют с весны. За это время здесь высадили уже 2 десятка сосен и елей. Программа «Максимум» – разбить аллею. Я считаю, что это самое лучшее дерево, которое может быть. Вот. И я думаю, что если будет такое количество деревьев, у нас будет как минимум красивее и удобнее, и все будут радоваться зеленым насаждением. Давайте вот это вот страшно чуть-чуть прибите, только аккуратно. Экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» проходила по всему Подмосковью более чем на 100 площадках. За один день жители региона высадили 1,5 миллиона деревьев. Анна Ионова, Сергей Сомов для РТВ.